Всем добрый вечер. В эфире с вами Кузнецов Федор. Я принимаю эстафетную палочку от моего дорогого и уважаемого коллеги Артема Титко. Встречаются сегодня Канзас Сити Роуз, надеюсь, я правильно произнес, против Most Hated. Вот. Если говорить о турнирном положении команд сейчас, то Most Hated, они уверенно идут. Непрерывной серии поражений. 8 поражений при полном отсутствии побед. Вот, а Канзас Сити Роуз — сплоченный, дружный, юный коллектив, который, я как понимаю, уже достаточно давно друг с другом тренируются. Они отыграли 8 матчей и при этом выиграли 6. Я предлагаю сейчас посмотреть, так чисто ради интереса, кому же они проиграли. Могу точно сказать, что они еще не играли с Мэтт Энс. Значит, они пока избегают графы 3 в поражениях. Это, конечно, шутка была, и не более. Я глубоко уважаю эту команду. Просто я играю за Мэтт Энс. Вот. Вот, так вот. Что у них по матчам? По матчам у них пока ничего не понятно. На самом деле я не могу открыть статистику, так что опустим этот момент. Вот. И погружаемся в игру. Стартовое обрасывание пока. Игроки Канзаса выигрывают. Хочу заметить, что, кстати, в составе Most Hated присутствует достаточно такая именитая фигура из дивизиона Love. Это Валерий Карцев, мистер Валера Верем, обладает достаточно неплохим трехочковым броском и достаточно неплохим пониманием игры. Вот, и точно так же сегодня сопровождает его Евтюхин Дэн, точно так же его партнер по команде из Вилановы. Вот, а так я не могу в целом ничего сказать про команды, на самом деле, по большому счету, потому что я бы не сказал, что их достаточно часто имел возможность и не имел счастья наблюдать. Вот, и уже счет 3-0. Открыли счет. Это третий номер был. И третий номер — игрок Канзаса. Давайте посмотрим, кто это. Это у нас, конечно же... Кстати, а почему-то не вижу в третьего номера в протоколе. А, это шестой, прошу прощения, был. Это Шкирев Андрей, центровой. Вот, и уже Most Hated уже распечатали в ответной атаке уже кольцо. Да, судя по всему, у нас эта игра будет повеселее, чем предыдущая. Предыдущая игра была в женском дивизионе крайне нерезультативной. И игра первой очереди строилась от обороны. Ну, Беланова, она сама по себе достаточно известна своим атакующим стилем. Ну, не сказал бы, что они без оглядки на защиту играют, но явно с большим успехом у них проглядывается игра в нападении. Так, Хамидулин просил мяч, он открытый стоял на трохе, и ему почему-то не решили скинуть мяч. Вот сейчас Хамидулин получает открытый средний, воспользовался он заслоном, но пристреливается пока Хамидулин. Сразу попытались быстрое нападение разговаривать. Неплохо изворачивается и с фолом забивает сейчас 12-й номер. Это Героев Алексей воистину по-геройски ворвался сейчас в краску. Вот, да. И его труды были вознаграждены. И 2 плюс 1 сейчас. И имеет возможность 3 очко сразу в одной атаке набрать. Забьет ли третий штрафной? Да, достаточно уверенно забивает, кстати. Все, с кого еще не поздравил, уже, собственно, с наступившим вас 2021 годом. Это, ну, мой первый эфир в 2021 году. Откровенно говоря, соскучился по баскету и рад, что имею возможность вновь с вами вести диалог. Ну, точнее, это монолог, скорее, но, как бы, его дорогой телезритель всегда как бы, выступает вторым лицом, поэтому я все-таки обращусь к диалогу. Ой, сейчас достаточно сложный, очень сложный сейчас бросок для себя выбрал Героев Алексей. Да, ой, а это Валера, машина, и в добивании еще. О, да, хорошо, вот так вот. Хорошо прямо воспользовался сейчас нерасторопностью защитников Most Hated. 27 номер, это Клинков Иван. И теперь набирает свои первые очки за сегодняшнюю встречу по 5 пока.
Оу, достаточно по-хоккейному сейчас срубает Валера Карцев нашего дорогого Ваню Клинкова. Или Кленкова, прошу прощения, если фамилию неправильно назвал. Кленков. Так, кто воспользовался разбером, подстраховка не вышла, и Кленков. Здорово, здорово сейчас забивает треху, подстраховка не вышла. Размен не произошел, точнее, он произошел, но второй игрок, который, по идее, должен был выйти сейчас на смену, он, собственно, немного проспал. Видимо, будильник не завел, хотя время уже достаточно позднее. И да, в итоге сейчас получили такую неплохую трехочковую плеуху. Ой-ой-ой, какая у Евтюхина высокая дуга. И при этом бросок в прыжке. Валера. Так, разыграет с Валерой сейчас? Нет, не разыгрывает. Сейчас 12 номер. Ой, там шлепнули его смачно достаточно сейчас. И есть возможность контрнападения. Хамидуллин, немного он так замялся и потерял, как будто бы немного динамику атака потеряла сейчас. Очень долго думал Хамидуллин сейчас бросать или нет. Нужно было решение, мне кажется, немного быстрее. Евтюхин, отличная скидка на дугу. И через руку, а там уже заступ. Все-таки, да, стоит помнить, что в Тринити достаточно такая узкая трехочковая дуга. И не сказать, что за нее прям-таки сложно заступить. Поэтому нужно всегда соблюдать длительность и координацию в таких моментах. Веселенький такой баскет на первых минутах сейчас достаточно. 8-5 счет. Ой, забегание есть, я смогу забегать. Ой, казалось, что накрыл. Сейчас, к сожалению, номер не вижу. И Клинков. Нет, не посватило, не повезло ему немного. Сейчас вторая треха у него не залетела. Не залетела сейчас. Ну ничего, бывает, попадет еще. Уверенно, что пацан уверенно бросает. Валера через заслон играет. Проходит сам через двоих. Валера, мужчина. Валера, верим. Лучший. Карцев. Так, и дальше. Вот есть возможность бежать сейчас у Most Hated. И несмотря на то, что у Most Hated сейчас графе 0 по победам, тем не менее, они достаточно неплохо ворвались в игру. И неплохо достаточно навязывают. Достаточно конкурентная такая игра. Ну, по крайней мере, на текущий момент не могу говорить и предполагать, что... Нет, точнее, предполагать могу, но предсказать наверняка не могу, что в дальнейшем произойдет. И плюс ко всему, сегодня достаточно широкая скамейка у Most Hated. 8 человек сегодня, хочу заметить, присутствует на площадке. Так, этот игрок, к сожалению, без номера и натоптал. Натоптал сейчас. Я не вижу номера, к сожалению, кто этот игрок. А, это, прошу прощения, 29-й номер. Это Кучумов Юрий. Так, замена сейчас. Меняет 17-го номера у Канзаса. Это Скогарев Александр сейчас садится, который, кстати, 5 очков уже набрал. И имеет 100% сейчас показатель по набранным очкам. Один с двушки, один с трешки у него. 10-7 счет. И 5 минут до конца первой четверти сейчас. Новиков играет пик-н-ролл. Размен произошел на Клинкова. Снова неразбериха в защите. Достаточно сложную треху забивает сейчас Клинков. Но раз он достаточно уверенно бросает, судя по всему, он этот бросок тренировал. А раз забил, значит прав. Валера на дриблинге пытается обойти. Показывает кучу финтов. В итоге это, конечно, ничего особо не дало. Но вот есть забегание. Засасывает ли мяч? Нет, не засасывает, но... На подборе отчаянно действует сейчас 31 номер. Это, конечно же, Тарасов Александр. Так, и 11-й там, казалось, что накрыл сейчас 10-й номер Канзаса. Так, и 10-й номер это Кузин Данила был. Так, вот скидка на 6-го номера. Проход под кольцо достаточно тягучий и вязкий, но... Шестой номер, это Шкирев Андрей, он достаточно эластичен и подвижен, и в итоге зарабатывает фолы сейчас, и в награду пробьет два штрафных броска. Так, точно в цель, посылает нас в штрафной, достаточно уверенно, и делает 13-7 счет. Ну, кстати, уже сейчас такой достаточно... Конечно, небольшой, но гандикап сейчас создали игроки Канзаса. Это достаточно важно иметь хотя бы небольшое, но преимущество. Как минимум, чисто психологически это спокойствие внушает. Главное не терять концентрацию. Вот снова бегает сейчас Канзас.
Как понимаю, стиль Канзаса это такие молодые парни, спортшкольники, которые стараются в основном на быстрых отрывах. На быстрых отрывах именно действовать и за счет своих физических данных, за счет своих физических возможностей стараются в основном убежать. Вот, Мостхейтед это... Все-таки они стараются так чисто на опыте, наверное, больше действовать. Так, вот сейчас пытается продавить, но там достаточно кучно. В четверых лезет сейчас 12-й номер Мостхейтед, но и в итоге это решение, конечно же, было не... Ой, прямо как бильярдные шары сейчас столкнулись. Игроки Канзаса и Мостхейтед, и произошел взрыв в итоге, и в очередной раз на линию штрафа будет вставать сейчас Шкирев. Шкирев Андрей снова на линии штрафа. До этого он один из двух забил. Что ж, посмотрим, прервет ли он свой 50% показатель или же останется с ним. Ну, первая точно в цель у него взлетает. Пока 2 из 3 для Шкирева Андрея. Достаточно спокойно, уверенно реализует, размеренно это делает. Но нет, остался полтинник у него. Так, достаточно быстро сейчас перешли игроки Москвы. Есть возможность трех выбросить. Но нет, задняя душка пытался сейчас вторым шансом добить. Сразу устремляется быстрое нападение. И там фол, судя по всему, в прыжке был. И позволил сейчас, к сожалению, не видел, кто это, приземлиться сейчас. Так, удается получить 31 номеру. Так, Евтюхин меняет Карцевой сейчас. Дэн меняет Валеру. Так, снова на линию штрафа сейчас встает. Это уже 31 номер у нас. 31 это Новиков Валерий. Достаточно уверенно в целом, могу заметить, игроки Канзаса пробивают штрафные с хорошим процентным показателем. И 2 из 2 подтверждает тем самым мое предыдущее высказывание. Ой, нерасторопной защите не хватило концентрации сейчас. Для того, чтобы спокойно и бережно вынести мяч этот, нужно дорожить мячом всегда. О, и включают прессинг сейчас игроки Канзаса. Почувствовали они, что соперник немного так поплыл сейчас. И хотят они, судя по всему, решить все свои вопросы сразу же в дебюте матча. На дриблинге проходит. Пытался сейчас контакт спровоцировать 31 номер, но постеснялся он немного сейчас выпрыгнуть и спровоцировать таким образом этот фол, так бы он имел сейчас возможность, извините за тавтологию, имел бы возможность на линию штрафа встать. И последняя минута пошла первой четверти. Мостхейтед немного приостановили они сейчас свое нападение. Стало настопориться, с другой стороны Канзас стал так уже приноравливаться, и гораздо более в защите они агрессивно выступают. Евтюхин пытается на ложном замахе убрать, свечу такую достаточно высокую пускают, но эта свеча была такая весьма... Она больше была вверх направлена, чем в сторону кольца. Итак, 8 секунд, успеют ли еще довести Канзас до атаку. И степбэк треха в стиле Дончича. Но мажет пока. И 17-7. Заканчивается пока первая четверть. Казалось изначально, что Мостхейтед достаточно так плавно и неплохо ворвались в игру, но тем не менее сейчас Канзас все-таки стали так поагрессивнее действовать. Что ж, ожидаем перемен в игре. Надеюсь, все-таки сегодня нас ожидают увлекательные, в первую очередь по счету баскет, не только по игре. Вот. Ну, пока отдыхаем. Ждем, ребята, ждем возвращения команд на площадку. Да нет. Непростой человек. Циклонин у тебя китайский. Циклонин китайский. Ромах. А? Я здесь. Я сейчас. Так, а тем временем я потерял одно ухо от наушников, и с одним ухом буду теперь дальше комментировать. Вот. Ну, возвращаемся в эфир. Что ж, возможно, пока подустали даже, наверное, игроки немного Мостхейтед, но
Надеюсь, все-таки нас ожидает сегодня конкуренция. Надеюсь, по первым минутам, потому что более чем симпатично смотрелись. А вот если так будут и дальше действовать, играть и Канзаса, то полный карбланш в руках у игроков Most Hated. Итак, вот здесь есть, возможно, забегание, но более чем умело сейчас действует. В защите игроки Канзаса перехватили мяч, неплохой евростеп, но прочитали сейчас игроки эту передачу. Игроки Most Hated эту передачу. Вывод выводит мяч из-за боковой. И так, Новиков играет через заслон, который зашел в размен, пытается на дриблинге пойти, но в итоге движение у него закончилось. Такую хитро выдумал, но и сейчас передачу пытался отдать сейчас. 31 номер. Новиков Валерий. Но, что-то пошло не по плану, что-то не пошло не так. Евтюхин там борется сейчас и... Очередная потеря, многовато сейчас потерь стало для Most Hated. В перерыве мы с вами глянем, после точнее, ну, в начале третьей четверти мы с вами более подробно посмотрим персональную и командную статистику. И, собственно, мы придем к выводу, за счет чего, собственно, такой счет, который сейчас на табло сформировался, 17-7. Ну и такое ощущение, как будто сейчас больше команды в защиту уперлись. Если по первым минутам баскетбол такой веселенький, был достаточно легкий по набору очков, то команды сейчас стали упираться. Все-таки чувствуется несогласованность в действиях Most Hated, и уже не первый раз происходит такая ситуация, когда на заслоне не совсем качественно и не совсем качественно реагируют на смены. Возможно, не разговаривают, они немного в защите, ну это как бы не важно. Такой достаточно элемент баскете, когда в защите разговаривают, а это явно упрощает все. Сказать там, например, там без смены или там размены. Ой, трёха от Кузина! Ой-ой-ой, машина Данила! Канзас завелся. И такое чувство, как будто бы не совсем знает, что, собственно, делать на площадке. Как-то очень хаотично действуют игроки Канзаса. Но вот сейчас перехват. И Кузин, мне кажется, лишняя передача была. Имел непосредственно он возможность сейчас сам из-под кольца добавить. Зачем-то он эту передачу лишнюю собрался отдать. И тайм-аут. Тайм-аут Валера берет. Коуч Карпин. Карпин Карцев будет сейчас носить коррективы в свою игру. Посмотрим, насколько это продуктивно окажется. А мы пока с вами немножко отдохнем и переведем дух. Нам стоит, пожалуй, все-таки немного отдохнуть от такого баскета. Слишком захватывающе. Дорогой зритель, и мы снова в эфире. 9:15 до конца второй четверти, 27. Ну что ж, посмотрим, что сейчас поменяется в игре. Короче, Most Hated вас сейчас довели до открытого. Снова несогласованность при подстраховке и разменах. И какая-то там мышиная возня сейчас под кольцом происходит. И там прямо такие... Ну прямо громко будет сейчас слышно тренерскую скамейку Most Hated. Выпускают свой гнев полностью сейчас друг на друга. Они из-под кольца, ой, не удалось, двух попыток сейчас 88-му номеру. Это комиссара Даниил, ему добавить мяч кольцо. Хотя мой мел для этого, ой, поспешный очень бросок и весьма такая опрометчивое сейчас решение было сейчас со стороны 12-го номера. Это Героев Алексей. Не первый раз он любит, кстати, на себя брать инициативу. Что ж, то, что человек берет, конечно, инициативу на себя, это более чем похвально. Но, тем не менее, стоит попробовать, мне кажется, более командно сыграть и не выбрасывать мяч с первой передачи. Валера Карцев, две снова на Героева. Играют пик-н-ролл с Валерой. Там Валера один был, но Героев не стал ему отдавать. Двухходовочку разыгрываю. Ой-ой-ой, Алексей Героев протиснулся все-таки, нашел прямую, по которой
благополучно он завершил атаку и добавил 2 очка в копилку своей команды сейчас. Дальше. Ой, и снова Комиссаров. И с третьей попытки ему даже не удается сейчас завершить. Но владение остается за Канзасом. И трешку не удается сейчас. Это, как понимаю, это Клинков Иван снова был. 2 из 5 у него пока по трешкам. И 8 очков набрано у Ивана. Кстати, процент по трешке у него пока выше, чем по двушке. 40-25. И пока вот реально сейчас очень сильно уперлись команды в защиту. И сейчас больше стараются не дать забить, чем набрать очки. Вот, к сожалению, этот парень без номера. Поэтому не смогу сказать, кто это точно. Так, вот, родились возможность разогнаться. Валера Карцев снова на дриблинге проходит по высокой. Нет, не засасывает в итоге мяч. Хотя проход достаточно неплохой был. Валера достаточно техничный и скилловый игрок. Но не в этот раз. Так, силовой проход сейчас. Ой-ой-ой, такой мужчинский проход сейчас от Шкирева Андрея. Вот снова через заслон, стягивает на себя, и в итоге вот контакта. И достаточно мягко пустил сейчас мяч. Это, кажется, Героев Алексей снова был. И Валера, а теперь Валера защищался, Карцев. Приходит в себя потихоньку, судя по всему, most hated. И, судя по всему, тайм-аут им явно пошел на пользу. Героев! Ой-ой-ой, машина по набору очков. Никого не замечает вокруг, видит только мяч в кольце. Хамидуллин просит заслон. Так, но размен не происходит. Зарывается сейчас, мне кажется, Хамидуллин. И он сам это теперь понял и начинает буксовать на месте. Но ему повезло. Повезло ему сейчас, что мяч остался с ними, но... Это так и задумано было. Просто хотели сразу на Клинкова сыграть Ивана. Которому... Ой, перехват потери на ровном месте сейчас. Ой, грубый фол сейчас. Столкнули их буквально 2 метеорита сейчас. И парень без номера сейчас будет вставать на линию штрафную. Нулевого я номера в протоколе у Канзаса не вижу, поэтому буду просто его... Даже не знаю его. Асикс буду называть. Пацан в Асиксах бегает. Не, у него просто номера нет, я его буду Асиксом звать. Асикс мажет, чтобы свой второй штрафной забрать. Есть возможность брать. А, и на Героева не прошла передача. И снова Асикса решает. Отличная игра, эпизод от Асикса. Тут нет нулевого. В этом и проблема. Хамидуллин. Что он придумает? Высоко очень, кажется, так. Очень высоко, очень такое кучное скопление игроков сейчас. А в стиле Дончича снова бросал этот 31 номер. Это Новиков Валерий. Пока 0 из 3 у него по трехам и 0 из 4 с двушки. 0 из 7 по общему количеству бросков. Да, и все-таки уперлись очень защитник. Евтюхин. Никого не замечая, буквально как бульдозер сейчас раздвигает своих соперников и сносит кольцо соперника. 3.55 до конца первой половины. 9 очков разницы. Асикс. Мимо. Не получилось с него. Валера. Сейчас замены будут у Канзаса. Сейчас тактические коррективы. Судя по всему, хотят добавить атакующей мощи. Как они так интересно раздвигают соперников буквально. Как бы втискиваются между Канзасом, игроками Канзаса. И снова такой мужицкий проход от Шкирева Андрея. 26-17. Most Hated не отпускает соперника. Двойной заслон и трех от Героева. Это уже был хороший, достаточно подготовленный бросок. Как минимум, он открытый был. И... Оу, накрыл сейчас! Отправил домой сейчас. 29 номер. Так, и замена сейчас происходит. 21-й, это Клинков. Выходит на площадку.
Недобро он так на меня сейчас почему-то посмотрел, не знаю почему. Я ему... О! Не знаю, у меня работа такая. Так, Клинков снова получает. Евростеп на хой прямую, но не хватило немного движения. Не хватило ему немного шага в сторону кольца. И... А теперь добивает. Валера пытался сообщить себе мяч этот в руки взять. Новиков. Нет, это... ничем не закончил. Хамидуллин, Клинков. Ну что, еще трех от Клинкова? Нет, пока 2 из 6 для него. 26-17, так, Евтюхин. Что, пойдет снова Евтюхин? Нет, там уже вдвоем не встречает, поэтому придется немного остановиться и притормозить. Сложный со средней, в заднюю дужку мяч упирается, и очень такая скоростная игра сейчас пошла, до повышенных оборотов, без заглядки уже назад. Но вот от этой суеты не удается сконцентрироваться. И... Да, мне кажется, все... О, трех от Героева! Еще одна! Героев может, Алексей. И Моускейтед в игре. По-прежнему. 26-20 счет. Проход внутрь. Что, чем это закончится? На подборе была попытка задействовать. Валера. А по 1-2 в 2 идет. Пытается на рваном ритме уйти. Пытался найти контакт, но не получилось. У него поспешил немного Валерий. Возможно, стоило дождаться как-то партнеров. Сейчас замена. Сейчас это 31-й выходит. Сейчас снова 31-й. Это у нас Тарасов Александр. И последняя минута пошла первой половины. Ой, и там прямо приобнял сейчас 42-й номер. Это Никита Фомин. Приобнял сейчас Шкирева Андрея. И Шкирев уже в очередной раз будет на линию штрафа вставать. Забивает точно в цель. И нет, один из двух. Уверенно и стабильно один из двух посылает. И есть последняя. Была бы возможность сейчас провести полную атаку. Без возможности ответки. И что у нас случилось? Пробеж. Разговоры с судьями сейчас. Судья жестоко пресекает. И потерь. Валера! Валера! Карцев! Вот это да! И Клинков на последних секундах! Удалось ему залепить треху под занавес. И 27-23. Самые ненавистные парни лиги этой держатся. И держатся достаточно крепко. Зубами вцепились в них сейчас соперника. Вот что ж. И от защиты все-таки стала больше сейчас игра проходить. И... Судя по всему, это на аргу Моускейтед. И сейчас вот эти быстрые отрывы, они гораздо чаще стали пресекаться. Что ж, а мы пока с вами отдыхаем и ждем возвращения команд на площадку, дорогие зрители. А у тебя сколько проявлений? Приехал в Москву я на заработки в сером свитере. Что, я дистрибьютор? Из вас звук работает. Я просто предупредил. Она всегда на больнице. Кто она? Вы про кого?
Рулетик будем? Да, давай. Поставь я. Давай, давай. Спасибо. Что ты оторвал? Нормально, да, Саша? Я тут сижу, блядь, спокойно копаю. Спасибо. Вот, два человека. Крутанули. Крутанули, да, да. Шармал? Крутанули. Тут Женя, да, заспел все это. Здорово. За всю хуйню. Да, 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 Итак, дорогие любители, ценители и просто хорошие люди, которые наблюдают сегодняшнюю игру, возвращаемся мы снова в арену Тринта. Третья четверть стартует непосредственно, и вторая половина. Most Hated, вопреки всем ожиданиям, сегодня навязывают достаточно конкурентную игру и не дают нам сегодня заскучать. А пока я предлагаю вам обратиться к индивидуальным показателям и посмотреть, кто сегодня на общем фоне выделялся больше всего. Начнем с Канзаса. Клинков Иван. 8 очков. 1 из 7 из двушки, 2 из 6 трешки. Потом дальше. Скогарев Александр. 5 очков. Шкирев Андрей. 9 очков. 3 из 3 у него с двухочковой. Вот это да! Вот это да, ребята! Все видели, все видели! И на линию штрафа сейчас. А, номер один. Буду знать. Ой, не удалось сразу 3 очка в одной атаке. Я не знаю, но такое ощущение, как будто бы... Не знаю, там, может, там Red Bull принял в перерыве сейчас 29 номер, но агрессии и энергии спортивной в нем сейчас гораздо больше, чем до этого. И 27-25, Most Hated. Ой, еще раз, но вездесущий буквально этот перехват. Я этого парня выпишу себе на заметку. Это 29 номер. Это Кучумов Юрий. Его, возможно, возьмут на просмотр. Шарлот Бобкетс, дивизион Хай. И равный счет, равный счет. Most Hated закомбэчил. А помимо этого, так, помимо этого, кто еще выделялся? Да, так, особо никто на самом деле. Теперь я предлагаю перейти к непосредственно к Most Hated. В первую очередь выделяется Героев Алексей. 14 очков у него, 5 из 8 из двушки, 1 из 6 из трешки. Потом, кто выделяется, а после этого выделяется лишь Валера Карцев с 5 очками. При этом не самый в лучшем проценте, 1 из 6 у него с двушки, 1 из 2 с трешки. И вот есть ответка, прилетает от Асикса. Это я только что уточнил и подкорректировал информацию, это Маслов Иван, у которого, кажется, черепашка у него на аватаре, кстати, в протоколе висит. 30-29, снова на... Ой, там ногами машут, прямо лупашут друг друга. Замена сейчас у Канзаса. Выходит это сейчас 88 номер, это Комиссаров Даниил. Групповая замена сразу. Помимо этого, Кузин, кажется, выходит на площадку. Ой, и заступ, сейчас никого не... Несогласованность в действиях сейчас образовалась. И снова 29 номер. Но избыток у него энергии сейчас. И Юрий сейчас теряет мяч. Так, Клинков. Равный счет. Интересная игра на сегодня нас почтила своим присутствием. И сразу, как пружина буквально, амортизируется сейчас атака Most Hated, но, к сожалению, ничем она не закончилась. Героев Алексей мог прямо практически до кольца пронес, и не самая хорошая передача. Героев пытается мяч выбить, удастся ли ему додавить сейчас Маслова. Нет, не удалось ему додавить Маслова.
И мяч. Мяч остается пока по-прежнему за Канзасом. Так, что случилось? К сожалению, момент я упустил. Замена пока происходит у Most Hated. 31 номер возвращается на площадку. Тарасов Александр. Клинков снова. И на Маслова через руки. Но пока нет. Героев с мячом находится. Очень любят инициативу героя брать в свои руки. Что ж, играет пикинг-ролл с Евсюхиным. Проходит дальше внутрь. Технично достаточно мяч себе пробрасывает. Но пока этот проход толком ничем не закончился. И по второму кругу сейчас, судя по всему, все пойдет. И пойдет все заново. Героев практически убрал сейчас на замахе Александрова. И... Но за счет того, что практически он убрал на замахе, для него освободилось место для прохода под кольцо. И достаточно ловко он сейчас воспользовался этой возможностью. И нашел контакт, и заработал фол на себе. И будет сейчас два штрафных пробивать в конечном итоге. Что говоришь? Мимо. Так, пока не забивает первый штрафной героев Алексей. И один из двух. Один из двух, снова равный счет. Так, групповые замены сейчас станет Most Hated. Судя по всему, и рисунок игры поменяется сейчас. Снова разыгрывают мяч игроки Канзаса. Это 27-й. Кукузин проходит, скидывает на Маслова. Ну что, открытое. Нужно реализовывать такие моменты. Нужно заказывать соперника за нерасторопность. Ой-ой-ой, буквально как черт из табакерки сейчас вылетел Комиссаров Даниил. Пролетел буквально как Маргарита над Москвой. Над Москвой Маяковского. О, вскрыл оборону сейчас. Клинков. Снова открытая возможность. Да, не средний. Попадает Клинков сейчас. Иван. И он первый игрок в стане Канзаса, кто преодолел отметку 10. Юрий! От забора! Считать! Сейчас, знаете, здесь должна быть гитара Лэнса Стивенсона, фирменная его. Когда такие залетают. Всегда, знаете, музыка после этого в одном месте играет. Бегут парни, никого не замечают. Одержимы, огонь в глазах сегодня у ребят. Примерно как в инстаграме у Дивбержицкого сейчас. Кузин снова разгоняется. Кроссовер лево в стиле мистер Белый Шоколад сейчас пытался Кузин отдать. По красоте хотел сделать. Но эта красота, она пошла сейчас во вред. Кстати, а Most Hated, guys, они уже впереди. Плюс 3 у них сейчас, вопреки всем ожиданиям. Снова заслон, разыгрывает комбинацию, карусель мутят. Юра! MVP просто! Это эти четверти, который очко уже на его лицевом счету. Мне кажется... Если бы Юре платили по доллару за каждое очко в третьей четверти, он бы уже миллионером стал. Так, продавливают. Снова жизнь, такая достаточно силовая, жестокая манера. От центрового Канзаса, от Шкирева Андрея. И потери сейчас. Есть возможность убежать. Пытается мяч добавить. Легко заносит мяч. Клинков Иван. 34-37. Близкая игра. Но уже с другим совершенно оборотом и ключом она проходит. Валера не прошел пик-н-ролл. И потеря плюс ко всему сейчас. С одной стороны, конечно же, обычно говорят, что виноват всегда дающий. И не исключаю, что это в случае не исключение. Но можно было бы как-то и порезвее все-таки пойти, мне кажется, вперед здесь. И более так акцентированно просить этот мяч, что от этого и передача была бы сильнее. Снова круги. Кружева тут мутят игроки Most Hated. Со средней Евтюхин. И плюс 5 Most Hated. Плюс 5. И имеет возможность сегодня Most Hated одержать свою первую победу.
А пока обманные движения тут. Разводит руками, как джедай какой-нибудь сейчас Новиков Валера. И обманул сейчас Most Hated защиту. Евтюхин снова по высокой, но накрывают его сейчас. Не позволил Клинков. И Новиков, и Валера без рук защищается. Маэстро силой мысли остановил и шлепнул по руке сейчас Евтюхин Дэн. В общем, мне кажется, необязательный фол это сейчас был. И наказуемо, любое преступление наказуемо. И Руслан Хамидуллин сейчас на линию штрафа встает. Посмотрим, насколько жестоко накажет сейчас Хамидуллин. Первый раз прощает. Первый раз прощает. Второй уже запрещает. И забивает все-таки один штрафной Хамидуллин. И 37-39. Двухминутка заключительная в третьей четверти. Валера Крусовер вправо. Евтюхин не поняли друг друга. И очередная потеря сейчас. Достаточно грубая. И... не забил? Два штрафных судья показывает сейчас для Валеры Новикова. Такое ощущение, как будто немного потеряли все-таки сейчас игры, нить игры. Most Hated недалеко не первый сейчас такой быстрый отрыв, который они буквально, наверное, так сейчас получают в ответку. И при этом недалеко не все в очередной раз вернулись, не вернулись в оборону. И Валера. Валера может. Валера. Карцев уже. Его плотно зажимают. И фол. Дальше все пробивается. Это четвертый. Четвертый. Где конус? Евтюхин. Вот Валера открытая треха. Подумал, бросил. Не попал. Но подбор есть. Пытался 11 номер там затянуть этот мяч. Высоко встречает. И снова есть возможность убежать. Но Валера убрал. И Кузин со средней. Уверенно реализует, и теперь Канзас вперед выходит, возможно, в одном из своих решающих и заключительных владений в третьей четверти, не факт, что еще последнее. Плюс один Канзас. Кузин плотно встречает сейчас. Дает мяч Валере Карцеву. Его плотно... и разрезающий не выловил сейчас. Этот мяч очень неавантюрный, не всегда понимают мысль Валеры Карцева. 3 секунды остается, и Новика в пробежку рефери свистит, и даже это фол нападение был. Но это не пробивается. Сейчас и перед... жара сегодня у нас происходит на площадке, и плюс один перед четвертью уходит Канзас впереди. А пока отдыхаем. Пока отдыхаем. Пока отдыхаем. В Синдере. Он на тебя не подписан. Нет. Давайте, пацаны, минуту назад должны еще начаться. 6, 27, 17. Свой походный полтинник сейчас принял товарищ Евгений, наш рефери. И мы готовы к четвертой четверти уже. Так, и предлагаю сейчас уже обратиться к диванной. Обратиться к диванной аналитике АБЛ и посмотреть общую статистику. И посмотреть с ровным счетом, за счет чего сейчас действуют команды. Пока не удается. И пока тут такие прямо
забеги происходят от одной половины до другой, завелись очень сильно команды. Итак, общая статистика командная. По двухочковым впереди Most Hated, это 38-29. По трехочковым впереди Канзас, 26,3 против 29,4, но в целом достаточно ровный и равный процент. По штрафным абсолютный паритет 50 на 50. 50% с одной, 50% с другой. По подборам тоже практически равенство, всего лишь на один подбор переигрывают игроки Most Hated, и при этом на один подбор больше в нападении у Канзаса. Не сказать, что команды, с одной стороны, у них есть предпосылки для того, чтобы они пытались играть в командный баскет, но все-таки в большинстве случаев команды все-таки рассчитывают на больше на индивидуальные действия. Вот, и поэтому по передачам не сказать, что такой выдающийся показатель, но при этом не сказать, что слишком плохой. 4-6 в пользу Most Hated. А по перехватам 8-5 в пользу Канзаса, но при этом в этом случае мне особенно вспоминается начало, нет, не начало, точнее, а середина первой четверти, когда казалось, что буквально решат все свои вопросы игроки Канзаса сразу в дебюте матча. Вот, ой, едва-едва, хорошая защита сейчас, это снова Юрий. Ой, и отличная передача на Героева, мяч закатывается, и плюс 5 Most Hated. Начинают они склонять чашу весов в свою пользу. И хочу заметить, что в одной, что у другой стороны, при этом много потерь. 14 на 15. Так, и крайне неудачно сейчас начинают игроки Канзаса. Четвертая четверть, 6-0. Пока такой весьма теннисный счет. И, возможно, тайм-аут стоит команде взять. Насколько понимаю, пока у Канзаса есть два тайм-аута, и об этом ни в коем случае нельзя забывать. Евтюхин просто как машина врывается. Но нет, не судьба. Не получилось у него сейчас ворваться внутрь. Итак, посмотрим, какое сейчас нападение, судя по всему. Заслон от Комиссарова будет, заслон влево, и произошел размен, на рваном ритме пытается уйти, но Евтюхин в который раз достаточно жестко встречает, очень неуступчивый он. Понимает Евтюхин, Дэн, что на ногах он проигрывает, но так или иначе, никаких легких очков, и я тебя так просто не пущу, говорит Евтюхин, Дэн. Так, вот снова, получил в посте, и очередная треха, но что-то сейчас разладился немного трехочковый бросок у Канзаса. Надеюсь, это лишь временно. Ой. Демонстрирует чудеса акробатики Кучумов Юрий. И что ж такое вообще? И Кучумов блокшот еще. Разгоняет атаку и призывает сейчас, как понимаю, так своим взглядом успокоит сейчас своих партнеров по команде. И на Кучумова проходит дальше передача с пробежкой. Он отрывает ноги сейчас свои от пола. Семьдесят пять до конца четвертый. Так, грузит в краску сейчас сразу. Не пытался сблизиться с кольцом, не пытался продавить сейчас. И такое ощущение, как будто эмоционально сейчас немного поникли игроки Канзаса. Чувствуют, что у них мало что сейчас получается. И им нужно, я думаю, хотя бы попробовать психологически забить первые очки свои. Вот, может, сейчас Новика при этом суетятся, еще чувствуют, что... И у нас страсти бурлят, как горячий борщ, кстати, который не помешал бы сейчас. Небольшая стычка сейчас произошла. И мяч остается у Канзаса. Новиков Валера мяч получает. Есть возможность пройти вправо. Новиков, правда, руками Сили Хардена проворачивает этот мяч, как фарш мясорубки. Но в итоге фарш не вышел, и в итоге это ничем не закончилось. И сейчас не удалось. Сейчас и чей в итоге мяч сейчас, как понимаю, на линию штрафа. Строжайший голос Артема Титко, но до боли приятный.
Клинков Иван забивает пока первый штрафной свой. И два из двух. Канзас в игре по-прежнему. Вот, кстати, они, собственно, вот спустя практически 6 минут наконец набрали свои первые очки. Как же хорош во второй половине Кучуму Фьюри. Однозначный кандидат от народа в качестве MVP этого матча. Приятно, как он отдается игре всецелостно, со страстью и душой. Причиняет сопернику боль. Кучума. Скидка дальше. Дальше взрывается. Не остановить его, но остановили в этот раз. Как тасманский дьявол буквально пытался контакт сейчас найти. Но не нашел его. По крайней мере, он просто нашел опору сейчас Новика Валера. И два очка снова не отпускает Канзас. Кучума. Просит хендов сейчас. Так, и это, кстати, у Моускейта уже 4 персональных фолла. Замена происходит в стане обеих команд. И вспомнили, наконец, игроки Канзаса, что у них тайм-аут, оказывается, есть. И вот что ж, будем смотреть, какую они сейчас финальную тактику выберут на решающие 5 минут. Пока отдыхаем. Так, а тем временем уже закончились, а теперь герои пытался решить сейчас все вопросы в стиле техасского контрабандиста и забить решающие треху. Пять минут до конца, вот из угла, равный счет, попадает сейчас. И равный счет у нас сейчас. Да, есть возможность теперь... там двушка была. Нет, не равный счет. Плюс один по-прежнему домой скрытят. И смотрю, тайм-аут прямо пошел Канзасу на пользу. Они стали огрызаться, агрессивнее. Агрессию у них стало. Линков, два из двух? Нет. Ой, и рубят сейчас. Буквально, знаете, как ассасин сейчас. Комиссаров напрыгнул с кинжалом. Мне кажется, готов был впиться буквально в него. Валеру сейчас... Героев! Так. На ровном месте уже. На ровном месте сейчас. Второй уже фол набирают игроки Канзаса. Валера, вот открытая на героя. На замахе можно на Валеру скинуть. Но героев! Героеву слава! Забивает два очка. И сведение, не думая. Снова Валера будет трёху бросать. Нет, скидывает на свободного. Трёха, как бы, я бы сказал, украдкой бросает сейчас второй номер. И из-под кольца ответка. Вот ответный рывок происходит от Моускейта. Держит удар. Важно не то, как ты бьешь, а важно, как ты держишь удар. Вставай и врежь ему. Я говорю сейчас это Канзасу сейчас. И ожесточенно рубится сейчас комиссаров. И Клинков на развороте. Есть возможность добавить. Находится и маневр забивает Клинков. Решающие минуты показывает все свое мастерство и свои волевые навыки. Сейчас Иван Клинков оставляет Канзас на плаву и поддерживает интригу в этом матче. Валеру кричит Валера. И вот открытая, нет, вот снова, героев,
На ложном замахе прошел внутрь. Флутер! Да, проходит. Героев решает. Убрал одного, прошел внутрь. И уже 27 очков у Алексея Героева. У Новикова есть дриблинг. И есть открытая треха. Но не забивает ее пока. Но Клинков снова и через руку. На равный счет. Нет, не на равный, там 5 очков разница. И пытается, устремляется, но фалят сейчас. Фалят сейчас сразу. Это камеристый Владислав сейчас упирается своих оппонентов. И Валера дает на Евтюхина минута 45. Решающий. Вот он клатч. Героев не решается бросать. Снова и через руки пытался поднять соперника в воздух. Комиссаров. Двое в одного убегают. Комиссаров. Ой-ой-ой. Сложнейший волосок от Комиссарова. 3 очка разница всего лишь. И Валера. Валера. Власть ему. Нет, Валера снова на подборе и пытается зарешать. Валера. Что ж такое, не удается. Валерий, нужно возвращаться домой. И проворачивается на Клинкова. Да, на Клинкова пока не проходит передача. Да, давай. Евтюхин снова. И вот пытаются мяч раскатать сейчас. Ну что, на Карцева, дальше на Карцева. И сложный достаточно брат Камериста. Сейчас был бросок. Не Евтюхин, ну что, зарешает. Не судьба. 45 секунд. Подбор. И одно очко разница, господа. Господа и дамы. Вот сейчас на лидерский счет, но на подборе. Там достаточно ожесточенно рубятся. И ой-ой-ой. Снова страсти кипят. И сразу Комиссаров. Сразу Комиссаров. Фалит сейчас. И это уже пробивной фол. Возможно, не просто так Канзас набирал эти все фолы. И в итоге это сейчас оправдано вполне. Так, Most Hated, беру тайм-аут. Давай. А пока отдыхаем и ждем решения этой концовки драматической. Итак, мы снова возвращаемся в театр событий. Дал бы эпическое название этой постановки. Эпическое прямо во всех смыслах сегодня. Битва эта ожесточенная и горячая. И героев снова на линии штрафа. Мимо первый, господа и дамы. Оставляет шанс для Канзаса. Но. Шанс не так этот прост. Есть сейчас две опции. Либо на победу бросать, либо на овертайм. У Клинкова плотная защита от Евтюхина. Без фола сейчас. Проход внутрь. И скидка, и потеря. Хамидулин. Очень громко сейчас свистнул. И фалят. Ну а что делать? Ничего не остается, кроме как фалить. Страсти кипят, дамы и господа. Но пока полотенце еще Канзас не выбрасывает. Есть возможность ответки. Еще и пятый фол. У кого? У Новикова Валеры. Новиков садится на скамейку расстроенный. Но еще есть шанс. Вот, 3 очка тебе разница. Теперь нужно 3 очка, чтобы хотя бы на овертайм сейчас бить Канзасу. Но может и 3 с фолом. Нет, 3 очка нужно сейчас срочно. Клинков. Там трое на нем сразу и потеря. И Most Hated добывает свою первую победу. С почином, Most Hated. Это победа заслуженная. Вот это да! Просто выложились парни во всех смыслах.
как они долго стремились к потере и шли к этому триумфу. Но Канзасу, что ж, посочувствует, только остается. Бились тоже, боролись, но в таких матчах всегда есть проигравший, что обидно, собственно. До новых встреч, болейте за Дюк!